Криптовалюты в Новой Зеландии приравняли к ценным бумагам. Управление по финансовому надзору Новой Зеландии опубликовало официальное заявление, в котором приравняло операции с цифровыми валютами к операциям с ценными бумагами. Новозеландские компании, предоставляющие услуги с использованием криптовалют, должны следовать требованиям соответствующего закона 2008 года, что включает регистрацию в реестре провайдеров финансовых услуг для каждой категории сервиса, уплату комиссий, соответствие требованиям, касающимся противодействию отмыванию средств, полученных незаконным путем и тому подобное, говорится в заявлении финрегулятора. Управление по финансовому надзору подчеркивает, что закон о поведении на финансовых рынках не касается вопросов краудфандинга и проведения ICO.